jungle. Тут, когда заехали в город, был костел один, через пару сот метров второй этот вот костел, где видели, украинский. Здесь еще один, поворачиваемся туда, там сколько, 300 метров, еще один. Ну, как и в Литве, где не плюнь, там костелы. Прогуливаем, как сказать? Себя выгуливаем. Короче, гуляем. Гуляем, короче. Вот приближаемся к знаменитому костелу. Я не знаю, знаменитый или нет, но какой-то он огромный и наверное, знаменитый. Как она там, он назывался? Катажины какой-то. Посмотрим. Не знаю, не, пошли здесь. Вот. Интересные домики. Интересная архитектура такая. Ну вот, верхушка там торчит этого костела. Он с той стороны, наверное. Там мы когда въезжали, еще один был очень красивый. Какая-то башенка тут. И вон там этот это костел. Сейчас мы поглядим, что здесь сначала. Может, музей какой? Ворота, одно окно и стены. Непонятное здание. Он Вита уже читает. Сейчас она расскажет. Ну вот, Вита, рассказывай, что здесь? Это башня. Вежа Брамна в Браневе. Браневе. Значит, Вежа Брамна — это, я не знаю, я как бы понимаю, Брамна — это Брома. Это проход вот с этой стороны ворота и с той стороны ворота. Ну вот у нас в Литве, в Вильнюсе... Давай я тебе с английского переведу. Подожди. У нас в Литве остров Брама называется. Там то же самое. Ну а здесь Вежа Брама. Ворота, башненные ворота в замок. Ну тогда, так это и есть. Брама — это как Брома. Это переход, да, через ворота, через какой-то. Идем через туды. Ай, вокруг. О, звон колоколов. Зовут на вечернюю молитву. Молитесь, грешники.
Да, она большая. Могучий костел. Огромен. Надо спереди пойти посмотреть. Так, Регина Ротман. Ну, фамилия еврейская. Ну, вот этот костел, это базилика. Базилика Нейша. Святой Катажины. Ну, вот про эту что-то и писали. Тейп? А то не ноли фотографотис. Сейчас будем фотосессию делать. Зайти. Посмотрим, поснимаем. Стучаться надо, Вита. О. Немножко темно. Но ничего. Немножко ремонт идет. Так. Ну, ничего такого особенного. Вильнюсе лучше. Вильнюсе рот открыл и закрыл, и вышел только. Ну, вот так красиво тоже. Ну как, видели внутри? Не сказал бы, что шикарно. Так, средненько, красиво, все аккуратно, но шика нету. В Вильнюсе, если зайти в не такие даже попроще, то будет, ну, намного шикарней. А тут так. Вот снаружи, да. Еще раз вот посмотрим. Вот снаружи она шикарная, да. Но внутри не очень. У нас есть намного там в 3 раза покруче. Дом внутри дворика 1901 года. А ну-ка давай посмотрим, как поляки живут внутри. Как они тут живут. О, какой тут. Ого. Старинное здание. А тут уже никто не живет. Когда-то жили. Ну да, что-то здесь было. Такое из брусьев, кирпичом обложен. Ну, внутри везде, да? Ну, еще смельки не такой видели. Ну да. Так что здесь почти уже никто не живет. Заброшено все. А мы вот подошли вот этот костел, этому церкушке, так сказать. И тоже в начале, как въехали, видели. Остановиться негде.
Тут такой похожий на какой-то жилой дом, да? Это, может, костел? Не знаю. Интересно. А может, гостиница? Вот Вита говорит. Непонятно, что здесь. Надо подойти, почитать. А, здесь ратуша. Да, выходишь? Вот. Быстро под ратушей. Банк? Может? Кто его знает, что здесь? Может. Ну да, тут не очень похоже на костел. Тут больше какое-то сочетание жилого дома, вот, с верхушкой, вот как костел. Типа кресты. Есть какие-то маленькие? Да. Ну там все, там выезд. Мы подошли к какому-то, наверное, вокзалу. Бронева. Часы. Двери, вход и выход там дальше. Ну да. Вокзал. Только не ясно, он рабочий. Или как музей уже. На перрон вход, это там налево, если на перрон. Здесь, наверное, закрыто, Вита. Вот написано. Ай, да, он уже тут заброшен. Непонятно. Ну да, тут. Пошли на перрон посмотрим. Там вот налево показано. Ну что, ждем поезд. Куда поедем? Куда нам ехать? Домой. Вообще ничего нет, ничего не работает. Все это закрыто. Но вот здание оригинальное, красивое. Старинное. Жалко, год не написанный. Какой год? Ну, наверное, начало 20 века. Наверное. Или 19 конец. Может, тут уже поезда и не ходят. Что это такое? Так, модернизация с 20 года идет. И все. Модернизация. Два года уже прошло и глухо, как в танке. Вон уже трава растет, все заброшено. Это как у нас. Главное повесить, что модернизация, а потом и забудется, что она вообще начиналась. Ну вот мы наконец-то Фромберг, как он этот городок называется? Вита, Фромберг? Фромберг. Ну, одним словом, да. И нам еще до Элблонга осталось 30 километров, но это уже завтра мы встанем пораньше и съездим, чтобы утром быть там. Нашли очень хороший паркинг. Площадка бесплатная. И вот в каком месте. Вот. Перед какой-то костел. И что тут? Замок, не знаю. Ну, почти в центре. Чуть-чуть тут с краю. Мы там одну до не доезжая города нашли, но думали, если что, вернемся. А тут еще лучше. Ну, а тут что? Залив. Вон, в 200 метрах залив Курский, или не Курский, он себя называет, а у нас Курский. Тут другой залив, польский какой-то. Вон, это 200 метров до залива. Ой, если посливай их сейчас, ну. Винокол нас утянет. Так что мы имеем до темноты еще час, больше немножко. Китик. Мяу. Эй, горячо мощно. Вита так оделась, тепло. Ну, уже вечером, холодно. Ну, на улице еще тепло, 12 каких градусов, 13. Ну, да. Такая влага чувствуется от этой воды. Вот мы как сказать, с
сами себе доказали, что можно путешествовать с домиком свободно и осенью, даже когда и там плюс несколько градусов на улице может быть. В домике сколько угодно можно нагреть, хоть до 30. На минимум держим. Так там через час-полтора у нас уже 24 и жарко, и выключаем. А если будет на улице минус 10, ну так на двойку, на тройку поставим, да? И ну, опять будет 25. Я думаю, что минус 10 мы уже не... Нет, мы не поедем, но я говорю то, что если ехали бы, было бы свободно, домики можно нагреть, потому что я слышал разные отзывы, что холодные, что не нагреешь, что нет проблем вообще. Теперь мы идем к этому вот костелу. Тут еще огромнее, чем та базилика вот в предыдущем городе. Мы тут отъехали буквально, наверное, 9 километров. И вот этот Фромбург. И еще 30 Элбом будет уже. Ну, тут. Вон, я не знаю, что здесь, или костел, или тут типа замок какой-то. Идем, почитаем. Ну вот. А, и тут улица. А, и вот, и памятник Копернику. Улица Коперника. Вот маленький костел. А там, я не знаю, вот тут, наверное, памятник Копернику. Так что вот так. А вон там залив в 300 метрах. Потом подойдем к заливу. Прошла у нас фотосессия, как всегда. Вот Коперник Николай, который говорил про землю, она вертится. Бруно сожгли на костре, а Коперника нет, возвысили. Там дальше какой-то ресторан его именем есть, но мы не пойдем, у нас своя кухня. Тут, наверное, все-таки, ну я не знаю, может типа замок, костел, как вместе строилось раньше, что-то такого. Вообще места красивые и обалденные. Такие ворота. Да, тут есть замок. Внутренний двор. Входим. Планетарин есть тут. Вон там впереди вижу кассы. Вовнутрь, если идти. Ну, мы не пойдем. Да, и сегодня закрыто, между прочим. А, во, костел открыть. Зайдем вовнутрь. Я же забыл. Открыты только алкогольные магазины и костелы. И жаба. И жабка была, да, это продуктовую минералку купили. А так как мы не пьем, то в алкогольный отдел мы не идем. Нам остается либо жабка, либо костелы. Больше ничего. Да, вот тут интересно. Вот такой замок и внутри костел большущий. Тут еще немножко реставрация идет. Красота. Вот судьба нас занесла. Сами не думали. Думали, это Польша так, может на следующий год. Вот надо просто очень хотеть, раз и все. Да, все закрыто сейчас. Сейчас проведем очередную фотосессию. Вот уже 16, 4 часа 20 минут. Ай, они стоят, Вита, по-моему, уже больше. Уже 5 часов должно быть. Потикаемся. 17.10. 17.10 это по местному у тебя времени. А, местному. А, ну значит, что-то они стоят тут.
Ну, хотя солнце еще есть, еще до темноты, наверное, около 2 часов. Сегодня позже будет темнеть, потому что ясное небо. Вчера так вообще рано. 7 часов должно темнеть, около 7. 6 часов уже темно и дождь пошел. Да, впечатляет все. Еще одни ворота. Ну, тут Ай. А там ресторан? Да, обед в дому Коперника. Добро пожаловать. Запрошаем. А, и там уже выход битый из этого. Пошли тогда. Тут несколько ворот, наверное. Пошли вовнутрь, в церковь зайдем. Фотосессию надо сначала здесь провести. Пока не забыли. Угу. Шиповковый. 600 лет дуб. Дубу 600 лет. Вы посмотрите, какой он. И он еще зеленеет, листья зеленые. Нашему дубу почти 1500. Угу. Ну вот, он пустой. Вообще пустой. Еще. А листья зеленые. Еще живой. Еще живой, да. Нифига себе. Сильное дерево. Жить хочется. Нам бы такую силу. Угу. Кардинала. С другой стороны обходим. Вот как тут стариной аж пахнет. Плесень. Ну что тут? Спасибо. Под ногами город. И залив. А вон коса видна. На той стороне, кажется, так близко. Но чтобы объехать, круг большой делать надо. Еще километров больше 100, наверное. 150 каких. Эхо какое. Заходим. Ты уже была? Заходим вовнутрь. Снаружи шикарное. Это не там базилика. Вот здесь процветает шик уже, как и у нас. Здесь еще реставрация вон впереди. Но это не мешает. Вот это да. Ну как тебе здесь? Вау, я тебе говорю, вот это да. Там как-то странно, очень скромненько. А здесь сразу лучше.
Это висвита. Тут довольно уютно. Угу. Вот чекой не надо статить. Смотрите. Тут коврики на колени становиться, чтобы мягче. Здесь сесть тоже мягче. Три места. Это как лоджия, я не знаю, тут избранным или самым великим грешником. Вот мы тут избрали это место. Но таких тут есть много. А все... Или здесь, наверное, побогаче, а бедным посередине. Что он тут сказал? Туристы вон. Ну ладно, не будем им мешать, пошли. Красота. Теперь идем чуть-чуть вдоль улицы, потом там еще посмотрим какой-то, не знаю, там еще архитектурные памятники, спустимся к воде. Зайдем завтра здесь. А во сколько открывается? Нам не, если с 10 открывается, мы не можем. Вон с той стороны, наверное, посмотри. Только во вторник откроется. Ой, сегодня он работал до 16 часов, но мы ехали, в дороге были. Ладно, еще может найдем еще в другом городе. Цветут розочки еще. Тут вообще намного теплее, чем у нас. Но мы уже на запад проехали хорошенько, наверное, километров больше 400, почти 500 от Вильнюса. То тут чувствуется, что тут теплее. У нас уже все желтое, ничего не цветет. Но здесь вид шикарный, это вообще. Ну вот такой городок. Вот так люди живут, дышат. Разметки такие всякие разные, чуть-чуть по-другому. Все равно, как-то... И ресторан, там и кот. Ага, да. И кот сидит. Живой он? Живой, конечно. Да, только не шевелится что-то.
объелся. Вот посмотришь, вот так вроде бы как все, как у нас, старый город, такие здания, не все отреставрированы, но что-то чуть-чуть по-другому, да? Угу. Ходишь, вот чувствуешь, что очень похоже, но что-то так по-другому, да, ну, то там разметка другая линии, то там что-то такого оригинального, ну, что-то у нас нету. Но здесь и теплее видно. Вот сейчас вечер, но не холодно. Вот ветер утих. Угу. Днем был ветер, ветрюга такой сильный. А сейчас утих, и так тепло. Действительно, может, 15 каких. Смотри, тут еще фотосессию мы опять устроим. Уже фотографии некуда девать. Вот, хотели посмотреть. Вот этот какой-то памятник, то ли опять костел, неясно. А тут кто такой? Тоже Коперник? Еще один? А кто? Ну, присяду я. Ну, давай, я тебя сфотографирую. Потолкуем, мать. Да, обними. Ну да, Коперник. Николай Коперник. Ну, дядя, скажи что-нибудь. Мы как поняли, она закрыта. Тут не войти нигде. И, наверное, ждет своей очереди реставрации. Алло, ты кто? Бурундукас. Бурундукас. Похоже. Ой, как ты грозит. Кис-кис-кис-кис-кис. Бурундукай. Не-не, поношусь. Похож только цвета. О, ой, кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Ну и все, да, похоже, она закрыта. Так что пошли к воде. Мы пошли прямо, видно, там по уличке, наверное, налево. Вот так живет город. Со своими проблемами. Это мы приезжаем тут. Ох, ах, как все красиво. Замки, да, тут старинные все. А люди просто живут. Тут денег нету, болезни разные. А то еще чего-то не хватает, как всегда. Жизнь своя. Мицкевича. Затока. Жизнь, да, своей чередой идет. Вот мы приближаемся к воде. Обошли с другой стороны. Дымок уже идет из труб. Между прочим, тут, наверное, топят либо дровами, либо углем. Никаким газом здесь не топят. Может, кто-то и топит. Ну вот. Может, здесь пойти, не знаю. Это, наверное, сюда нам. Ага. Наверное, сюда пошли, уже ближе к воде все время. Ближе, ближе. Ну, там, где мы стоим, а там к воде же здесь. Солнце, да, уже на закат, но мы еще имеем около часа. И тогда пойдем уже, когда посмотрим, ужинать. Ёлки, какой я голодный, как зверь. Уставший, голодный, спина болит сидеть весь день. Угу. Напряжение все-таки. Дороги эти, то 60, то 50, то 90. С этим прицепом-то не так легко. Узкие там. Ну и вот тут еще как, что тут у нас какое-то предприятие с какими-то дровами и камнями. И что тут еще? А этот как он называется, где сыпем? Карамзит. Сейчас мы должны как-то вот обойти вот это предприятие и подойти вообще к воде вплотную. Ну чего, мы уже тут, на побережье.
Ну, уже солнце вон уже опустилось, по-моему. Вот только над горизонтом уже, да, спустилось. Ну вот еще есть каких, ну полчаса может. А мы стоим вон там на площадке. Вот мы и на взморье. Вода, наверное, не соленая. Холодная? Не, не совсем ледяная. Соленая? Нет, наверное. Нет, это море. Да, это не море. Море вон за той косой. Настоящее море. Здесь залив такой самый, как и на, у нас в Курске. А как называется? Я не знаю. Политовский Айстморец. Айстморец. А у нас Куршморец. Куршморец. А здесь не знаю, как они называют. Надо посмотреть на карту. Сейчас вот на этот пройдемся по этому молу. Ну и все еще. Здесь еще не купались, но правда уже холодно. Но я не буду, я могу искупаться, я не боюсь. Могу плюс 2-3 градуса. Не буду тут как бы пугать людей. Нету такой цели кому-то что-то доказать. Это свободно, я уже купался не раз. В море даже зимой. Но вода еще, наверное, не остыла так. Очень, ну, 10 каких не есть. Ледяная. 10, 19 может, да? Да. Еще все-таки, да, начало октября. Да, красиво закат. Солнце. Ну вот, если мы ехали бы дальше, вон там вдалеке видно, отсюда на 10 километров на камеру видно не будет, но мы видим дальше, вон там еще берег, да, то там где-то вот будет Гданьск, ну его не видно, естественно, это еще километров, наверное, под 100 где-то, и потом только объехать надо на косу заехать с той стороны. И вот здесь можно проехать, не знаю, сколько она длина косы, может 50 километров, может больше. Но тут очень далеко, мы уже не поедем. Еще кучу, не то что денег, а времени утратим. Еще 2 дня пройдет, 2-3 дня. Мне надо уже. Надо ехать, все, работать. И зимовать. Да. Но красивый вообще закат. Тучки такие легенькие. Ой, отсюда красиво выглядит все. Надо здесь тоже сделать фотосессию. Да? Будем делать обязательно. Мы уже это делаем. Послушайте плеск воды, волн. Волны такие небольшие. Сейчас ветра нет, вообще тишина. Я представляю, когда был ветер здесь, наверное, волны были. Но сейчас даже ветер стих вообще. Штиль, откуда эти волны? Вита тут фотосессией все занимается. Вон туда мы идем, на самый край. Хорошая вечерняя прогулка получается. Потом мы поужинаем вкусно. Видите, фотографируют все подряд. Уже 1000 фотографий. А тут откуда вода? Наверное, волны залили. Это может днем, когда был ветер, да? Угу. Потому что дождя-то не было сейчас днем. Если бывают большие волны, чтобы пройтись. Угу. Они заливают, наверное.
забрызгивает, да. Дорога в море. Солнце все ниже и ниже. Вернемся мы уже по темноте, в темноте. Но отсюда нельзя убежать. Какая красота. Вита одна на краю земли. За ней сплошной океан. Вот мы и достигли концовки. Долго шли. Фотосессия длилась долго. Я и простор. Ну. Так. Не успеваем и снимать, и щелкать. Тут луна такая красивая взошла. Может, видна будет, не знаю, вон. Большая такая.